Если, проплывая по небесному океану над просторами нашего Отечества в 10 000 километров от Москвы, вы увидите купающуюся в облаках вершину правильной конической формы, значит, под крылом самолета Камчатка. С одной стороны Камчатки море наше студенное, Охотское. С другой Великий или Тихий океан посылает на полуостров циклон за циклоном. Толщина снежного одеяла в 6-8 метров здесь никого не удивляет. И во многих местах от зимы до зимы лежит снег. Таких мест, где снег не задерживается, где текут теплые ручьи и речки даже в самые лютые морозы. В апреле 1941 года гидролог Кранотского заповедника Татьяна Ивановна Устинова в сопровождении петельмена Анисифора Крупенина проводила исследование реки Шумной. В тесном ущелье, неподалеку от того места, где в Шумную впадает река Сестренка, путники остановились. Устинова вспоминала: «Выбившись из сил, мы присели отдохнуть перед возвращением, и тут неожиданно из небольшой проталины на противоположном берегу с ревом ударила косо направленная на нас струя горячей воды с клубами пара. Ошеломленные, мы с испугом смотрели на это невиданное извержение, не зная, куда спасаться, если горячая вода достанет нас. Мы сидели перепуганные и подавленные. Прошло несколько минут, прежде чем меня осенило. Ведь это гейзер. Я назвала его первенцем». Рядом Шумно впадает крупный, да то ли неизвестный приток с теплой водой, видимо, питаемый какими-то колоссальными источниками. Летом того же 1941 года Татьяна Ивановна вновь вернулась сюда, к сестренке и первенцу, чтобы обследовать русло того неизвестного еще теплого притока, и впервые вошла в удивительную долину. Долину гейзеров. В сотни метров от первенца по берегам реки Гейзерной стоят две 20-метровые скалы, ворота в долину. Рядом с ними разместились три богатыря: Сахарный, Сосед и Тройной. Дальше начинается удивительный сказочный ансамбль маленьких и больших чудес. И каждая из них – своеобразная неповторимая грань природного алмаза Кранотского заповедника на полуострове Камчатки. Thank you.
долине 22 крупных, около 100 мелких и карликовых гейзеров и бесчисленное количество термальных источников. Решением 20-й ежегодной сессии Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию бесспорное чудо света, уникальная природная реликвия долина гейзеров на Камчатке включена в список особо ценных объектов всемирного культурного и природного наследия. Жители Камчатки издавна знали о целебных свойствах горячих и минеральных источников полуострова. Со временем люди научились использовать природное тепло земли и для других целей.